В Центральную избирательную комиссию поступил первый список потенциальных депутатов. 127 кандидатов от партии «Нур Отан» предъявили свои биографические данные, налоговую отчетность, заявление, а также документы, подтверждающие членство лиц, включенных в партийный список. Согласно избирательному законодательству, партия «Нур Отан» освобождается от избирательного взноса, так как на предыдущих выборах набрала более 7% голосов. Мы подготовили все необходимые документы от партии. Также были собраны документы от кандидатов в депутаты Мажилиса. Это, в частности, заявления, биографические данные, копии документов, удостоверяющих личность. Сегодня мы сдали все необходимые документы для регистрации в соответствии с законодательством о выборах. Теперь мы ждем регистрации.